В Оренбурге пройдет вечер на коньках. Массовые катания состоятся 3 февраля на 67 ледовых площадках областного центра. Но основное количество желающих весело провести время ожидают на стадионе «Оренбург». Там праздник начнется в 19 часов. Для жителей города подготовлена развлекательная программа и 450 пар коньков, прокат которых в этот вечер будет бесплатным. Так что на всех может и не хватить. Полный список ледовых площадок, где можно покататься, в том числе и бесплатно, опубликован на сайте оренбург.ру.